Проходящая по национальному календарю прививок обязательная иммунизация населения в Ульяновской области оказалась под вопросом. В региональном Минздраве сообщают, что необходимый для плановой вакцинации препарат в распоряжение врачей до сих пор не поступил. Срыв сроков связывают с технологическими трудностями в производстве. Вакцина закупается на средства Федерального министерства здравоохранения и в регионы поступает по заявкам. Выпуск данной вакцины именно от кори и от паротита ведется только в узкий круг. Гражданский оборот вакцины не выпущен. И в соответствии с этим наблюдаются задержки поставки во все регионы Российской Федерации. Это не только Ульяновская область. В ведомстве уточняют, проблемы с поставками именно двухкомпонентной и трехкомпонентной вакцин против кори, паротита и краснухи. Монопрививка в регионе имеется в достаточном количестве. Ее завозили 22 ноября. 1500 доз предназначены для подчищающей вакцинации лиц, контактировавших с носителями заболевания. По оценкам врачей, вынужденная задержка не должна привести к эпидемии. 95% детей в области уже прошли иммунизацию. Оставшиеся получат препарат позже. Скорее всего, в Ульяновск вакцина поступит 25 декабря. Это никак не влияет на эффективность проведения вакцинации. Мы часто сталкиваемся и в нашей практике, когда, например, между первой и второй вакцинацией проходит больший промежуток времени. Это может быть обусловлено, например, состоянием ребенка, когда он переносит какую-то острую инфекцию или обострение хронического заболевания. В 2023 году в Ульяновской области зафиксировано 3 вспышки опасного заболевания корью в Димитровграде, в Барышском и Меликесском районах. Все 3 очага удалось локализовать.